Друзья, всем привет! Сегодня будет незатейливая поделка для детишек. За основу возьмем вилку с подгоревшим проводом внутри. Кому-то, может быть, и новой не жалко. Главное, чтобы такой формы. Добавим еще к этому часть от киндер-сюрприза. Отрезок телевизионного кабеля. Вот такую штуку от одежного шнурка. Пульки от детского пистолета. Вот такую тонкую трубочку. И крышку от сметаны. Итак, приступим. А сделаем мы сегодня слона. Для начала откроем вот эту вот штуку от шнурка и приклеим вот сюда. Это у нас будет хобот. Возьмем клей и капнем немного, чтобы зафиксировать. Дальше возьмем часть от киндер-сюрприза. Нанесем клей на вилку пока еще. И приклеим вот таким образом. Вот так получилось. Далее возьмем телевизионный кабель и сделаем из него ноги. Конец один спилен вот таким образом, немного под углом. Далее отмеряем примерно вот так, от сантиметра полтора, и откусываем. Итак, нам нужно сделать еще три ноги. Вот ноги готовы. Теперь мы их приклеим. Наносим клей примерно вот сюда и фиксируем. Теперь следующую ногу нанесем клей аккуратно и приклеиваем. Ну и с этой стороны соответственно также. Вот так вот получилось. Далее возьмем трубочку тонкую и приклеим вот сюда. Это у нас будет хвост. Капнем клей немножко совсем и приклеим. И лишний соответственно откусим. Далее возьмем пульки от детского пистолета и склеим между собой для начала. Капнем клей и зафиксируем. Дальше капнем клей вот сюда примерно и приклеим. Это у нас будут глаза. Ну вот, в принципе, слоник готов. Остается его покрасить и установить на подставку, и будет видно, что в результате получится. Ну вот, друзья, работа и закончена. Получился веселый цирковой слоник. Это определилось в процессе покраски, поэтому добавил еще мячик. Надеюсь, кому-то пригодится эта идея. Спасибо, друзья, за просмотр, за поддержку, за оценки видео. Всем удачи, пока!